Жизнь похожа на отношения. Никогда не знаешь, что произойдет. Это было похоже на синь. Может, тебе лучше лететь эконом-классом? Ты же знаешь наши условия, верно? Хорошо. Я соберу вещи. Это синь. Никогда бы не подумал, что мой режиссерский дебют не за горами. Всего 1:24 назад я еще не был режиссером. Сняты. Хорошо. Зачем так тщательно? Иди уже, достало все. Где режиссер Джан? Это наказание за опоздание. Слушай, я сейчас снимаюсь в 3D-фильме. Все, сворачивайся. Хватит. Толстяк, прекрати жрать. Собирай реквизит. Даже немного не передохнуть. Кто это сделал? Детка, ты очаровательна. Отвезу тебя в Японию. Что скажешь? Хватит дурака валять. Ты ведь писал сюжет вместе со сценаристкой, да? Хорошо. Ты будешь режиссером. Я давно за тобой наблюдаю. Давай. Я? Режиссер? Знаете, что сейчас самое ценное? IP. В этом фильме у меня дюжина IP мирового уровня. Знаешь, Садака? Так она у меня есть. И Каяко. Ты никогда не слышал о них? Все они есть в фильме. Господин Ван, почему вы колеблетесь выкладывать фильм в сеть? Извините, выключите телефон, пожалуйста. Простите, режиссер. У меня первая главная роль. Мне понадобится помощь. Ничего. Это первый раз для всех нас. Решим проблему вместе. Отлично. Хорошо. Что за чертовщина? Этого не должно быть в самолете. Они снимают фильм на каком-то острове в Японии. Это не опасные штуки. Пойдем, самолет взлетает.
«Мутанты в самолете», озвучено для сайта chinacinema.ru. Реквизитор. Звукооператор. Оператор. Актриса. Старый актер. Сценаристка. Режиссер Асинь. Режиссер, я ведь не слабачка, я занимаюсь боевыми искусствами, правда? Да. Используем вашу голову для демонстрации. Я покажу, как это делается. Впечатляет, да. Хорошо, хорошо, хорошо. Правда? Очень хорошо. Очень. Классные цыпочки, правда? Звук хороший. Да. Мастер. Послушай, ты не думаешь, что я забываю свои слова, потому что я старый. Я все прекрасно помню. Буквально минуту назад выучила целый абзац. Я покажу. Можешь дать мне совет, если что-то не так. Неблагодарные ублюдки. Ничто не может вас остановить. Но когда вам грозит смерть, вы будете умолять. Однако, я не покажу признаков слабости. Это моя карьера. И это моя жизнь. Я уверен, что все будет хорошо. Я пойду. У меня есть другие дела. Потом еще поговорим. Ученики Теслы. Это группа фанатиков технологий, базирующаяся в Германии. Их последнее изобретение – программное обеспечение для зондов. Все, что имеет материальную характеристику, может быть идентифицировано. Ладно. Это GPS плюс радар. Я придумала город Призрак для нашей поездки на остров Хосима. Там должны быть неопознанные объекты. Вот когда это программное обеспечение будет творить чудеса. Мы сможем узнать, есть ли вокруг нас призраки, используя его, верно? Не совсем. Во-первых, нужно настроить основные параметры. Если позже что-то появится, мы узнаем точные физические характеристики, структуру, перемещение. Ладно. А что эта программа может найти сейчас? Основываясь на изменении параметров, мы можем узнать наше точное местоположение. Поразительно. Плед? Нет, спасибо. Вам нужна помощь? Нет, спасибо, я в порядке.
Ты правда в порядке? Я еще на съемочной площадке заметил, что-то тебя беспокоит. Ты не очень хорошо выглядела. Там я была в маске. Как ты заметил? Даже не знаю, как это сказать. Ты все равно мне не поверишь. Поверю. Почему нет? А вот, посмотри. Это подарок моей бабушке. Мое настоящее имя – Авонирелле, я эвенкийка. Мы всегда поддерживали традиционное матриархальное общество. Мы не смешивались с внешним миром до поколения моей бабушки. Но, несмотря на это, мы все еще сохранили много традиций и обычаев. Например, если не возражаешь, можешь сесть рядом с нами. Шаманизм — это религиозная вера эвенков. Мы поклоняемся северному оленю. Наша матриарх была воспитана экстрасенсом, чтобы лучше воспринимать природу. Когда мы в опасности, мы получаем сильный сигнал. Да, эта сумочка сделана из века молодого оленя. Когда мы были в опасности, мы молились, держа ее в руках. Значит, с момента начала съемок ты думала, что вокруг нас какое-то зло? Да. И сейчас у меня очень сильное чувство, что мы давно чья-то цель. Но почему-то это зло не причиняло нам вреда. Возможно, это зло постоянно окружало нас, но пока что не выказывало злого умысла. Нет. Я пережила это в детстве. В один год наш народ страдал от несчастий. Позже мы узнали, что это из-за могилы нашего предка, которую потревожили во время охоты. Вот как. Все 30 экстрасенсов, с которыми я беседовала, заявили, что при обычных обстоятельствах мы все можем находиться под влиянием чего-то неощутимого. Если оно имеет намерение атаковать, мы можем ощущать это на разных уровнях. Ладно. Перестань. Мы высоко над землей, даже если что-то и есть, оно не может напасть на нас здесь. Совсем наоборот. Ты не слышала о треугольнике дракона? Не хочу больше смотреть, как ты работаешь с этими дурацкими программами, и не хочу слышать эти глупые объяснения. Я думаю, мы сегодня много отсняли, все устали. Давайте поспим. Thank you.
Кабина, кабина. Алло. Вам нужна помощь? Что? Я не понимаю. Мы постоянно летаем. Всякого насмотрелись. Однажды даже пришлось прыгать с парашютом. Видите? Все спокойны. Алло, как меня слышите? Как меня слышите? Надо пойти посмотреть. Надо пойти посмотреть. Программное обеспечение для зондирования работает. Быстрее. Как я и ожидала, мы сбились с курса в треугольнике дракона. Известный как азиатский бермудский треугольник. Можно и так сказать, но они совершенно разные. Особое магнитное поле на Бермудах формируется из-за уникальной структуры Тихоокеанской впадины и сжимающего движения плит. Но треугольник дракона возник неестественным образом. Треугольник дракона сформировался в конце Второй мировой войны. Вторжение Японии в Китай было остановлено. Япония находилась в депрессии. Но милитаристы настояли на отправке в Китай еще больше военных. Они потерпели кораблекрушение в треугольнике дракона. В документах сказано, что три японских военных корабля потерпели крушение, и только один затонул. Но экипаж не был спасен. Наоборот, чтобы помешать им плыть обратно к кораблям, остальные открыли огонь. С этого момента все корабли и самолеты, пересекавшие треугольник дракона, либо разбивались, либо пропадали без вести. И без исключений никто не выжил. Только от одного рейса в 83-м году остался черный ящик. Его содержимое никогда не публиковали. Но мне удалось получить копию от японского коллеги. А вот... Согласно записям, они столкнулись с атакой неопознанного объекта.
Получается, что эти духи могут завладеть кем угодно, заставить убить всех. В районе треугольника дракона скопился гнев мертвых. Мы могли бы объяснить это с помощью науки. Гнев можно рассматривать как густое магнитное поле. Оно может вывести из строя электронику. Если электроника выходит из строя, значит, эти проблемы происходили со всеми самолетами, и они привели нас сюда. Но почему мы стали мишенью? Даже если их гнев силен, они могут овладеть только очень слабым существом. Но если кто-то уже был одержим, тогда задача облегчается. Что бы это ни было, мы должны всем рассказать. Пока мы вместе, мы сможем преодолеть любые препятствия. Ты думаешь, что тебе поверят? Или что мне поверят? Хорошо. Я привык вдохновлять. Я не могу измениться за одну ночь. Возможно, два человека сумеют помочь. Помнишь, наш продюсер изучал ворожбу? Хорошо. Он первый. А кто второй? Тебе все еще нехорошо? Да. Нам, возможно, нам понадобится твоя помощь. То чувство становится все сильнее. Мне нужно в уборную. Посмотри. Красным отмечено наше местоположение. А зеленым? Если это наше местоположение, то зеленое позади нас. Позади нас.
Звукооператор, очнись. Уходим. Стой. Простите. Простите меня. Я не знаю, что делать. Это впервые для всех нас. Ты не виноват. Но что, черт возьми, происходит? И где остальные? Мастер, я понятия не имею, что происходит. Я просто... Я думаю, мы обкурились, что ли? Это уже началось. Мы не должны останавливаться. Объединимся для борьбы. Ты режиссер. Ты должен вести нас. Нет ничего, что мы не могли бы победить. Берегись. Что вы тут делаете? Это же все было в наших сценариях. Кажется, бабушкин подарок помог мне выжить. Он всегда помогал мне восстанавливаться после таких случаев. Я думаю, что сейчас все должны это увидеть. Как эти твари могли овладеть нами? Стандартным, но эффективным. Эти призраки не похожи ни на что. Они наш реквизит. Призраки из треугольника дракона вселились в наш реквизит. Пытались нас контролировать. А как же исчезнувшие люди?
Черт. Не зря же я учился. Я могу попытаться изгнать их. Идем, Боб. Спасибо. Ты очень помогла. Это я должна благодарить. Ты спас меня там. Знаешь, мои родители врачи. Они надеялись, что я тоже стану врачом. Но я не стал. Когда я был маленьким, я был очень робким. Страшные вещи пугали меня больше, чем других. Я захотел бросить себе вызов. Поэтому, когда вырос, стал писать сценарии фильмов ужасов. И вот даже мне доверили снимать один. Я думал, что справился со страхом. Но нет. Я все еще трус. Не говори так. Ты очень смелый человек. Ты поборешь свою слабость. Нам всем нужно время, чтобы принять то, что находится за гранью понимания. А там ты справился. Нет. Это ты справился. Правда. Да неужели? Да? Я изучала боевые искусства, была каскадершей. Для меня это ерунда. Помоги мне, завяжи. Черт. Это повсюду. Готово. Что ты делаешь, толстяк? Что за чертовщина? Эй. Эй. Ты, педик поганый. Хватит играть в опоссума. Вставай. Он не играет в опоссума. Должно быть, он тоже одержим. И экипаж подвергся нападению. Мы не можем на них рассчитывать. Что это может быть? Вот из-за чего все. Они ужасные. Ко мне подошла женщина. Я не знаю, что произошло дальше. Идите сюда, двигатели заработали. Иди. Что такое? Зачем вы меня связали? Развяжите. Кажется, он в порядке. Да. Я проверила его. Думаю, его контролировал реквизит, который он сам изготовил. Что такое? Какой реквизит? Это не мое. Точно. Это принесли режиссер Джан и японский инвестор.
Неважно, ты это изготовил или нет. Важно то, что ты находился под влиянием этой штуки. Ты был одержим. Я думаю, ты потерял сознание после того, как сел в самолет. Пойдем. Обработаешь мои раны. Я помогу. Думаю, это должна сделать я. Самолет? А когда мы сели в самолет? Я очень голоден. Очень-очень голоден. Пойду посмотрю. Я тоже пойду. Куда вы? Я не буду вас снова спасать. Не надо меня пугать. Черт. Я думаю, эта дыра ведет в грузовое отделение. Может быть, там все исчезнувшие люди. Нельзя это так оставлять. На нас нападут другие призраки. Они заберут нас. Мы должны... Ты думаешь, что это кино? Мы можем умереть. Мастер. Мастер, что с вами? Режиссер. Как дела у всех? Что бы там ни было, мы все еще команда. Ты режиссер. Это значит, что ты главный. Тебе нельзя паниковать. Ты должен вести нас. Попробуй что-нибудь придумать. Как говорится, с большой властью приходит большая ответственность. Мастер, вообще-то я... Старик не обманывает, мы по-прежнему команда. Ты должен возместить мои медицинские расходы и то, что меня связали. Иди ты. Если бы я тебя не спас, ты превратился бы в призрака. Это ты во всем виноват. Что ты сказал, чертов толстяк? Ты устроил все это. Я следовал сценарию. Все оттуда. Ты о чем это? По-твоему, я виноват? Если бы японский инвестор не попросил меня написать про все виды призраков, у нас был бы только один, и мы бы уже справились с ним. Сейчас... Все зависят от тебя. Что ты готов сделать? Мастер. Мастер.
Что ты делаешь? Спасаю всех. Призраки затащили остальных в грузовой отсек. Мне все равно, чем они там занимаются. Я спасу свою команду. Мы тут сидим как жертвы. И как ты собираешься их спасать? У меня тут ничего не осталось. Мы пара неудачников. Черт. Даже если я потерплю неудачу, я буду стараться изо всех сил. Я не могу подвести тех, кто поддерживал меня, доверял мне. Новичок, ты все драматизируешь. Брось. Мы не рассчитывали на тебя. Может, я не очень хороший режиссер, но у меня отличная команда. Я верю в нее. Что? Отличная команда? Ты это про нас? Идиот. Мы единственные выжившие. И мы совсем не герои. Разве это не очевидно? Мы что-то упустили с самого начала. Я так и знал. Что такое? Все хорошо. Не о чем беспокоиться. Все в порядке. Еще не поздно. Я хочу это услышать. Каковы мотивы этих призраков? Мотивы? О мотивах нужно знать заранее. Верно. Без мотивов мы не сможем понять их поведение. Но эта история не связана с логикой. Верно, босс? Это ведь ужастик. Какие могут быть мотивы? Все они ни живые, ни мертвые. И одного призрака мало, чтобы овладеть нами. Поэтому им потребовалось затащить людей в грузовой отсек. Должна быть какая-то причина. Начнем с этой куклы. Пусть расскажет нам. Черт. Если бы это было на съемочной площадке, я бы тебя заменил. Малышка. Я слышал. Ты хочешь сказать, что мне надо попытаться найти его чистоту? Реквизитор. А ты что скажешь? Я не хочу. Не хочу, чтобы призрак снова овладел мной. Это ненормально, верно?
Запиши. Запиши. Спроси его. Что? Спроси. Жаль, что он не рок-звезда. Где мой преобразователь голоса? Раз, два. Проверка. Слушай, нам все равно, кто ты. Мы уже знаем. Это заговор. Ты хочешь стать собой, так как... Что? Так как ты кукла. Скажи нам правду. Я думаю, это по-японски. Но как-то странно. Да, это японский. Но он шепелявит. Вот почему звучит странно. Продюсер, ты знаешь все языки. Переводи. Мы инопланетяне. Мы прибыли с далекой-далекой планеты Кеплер-452b. Наш корабль на Земле. Он потерпел крушение. Мы попросили у вас помощи. Но вы забрали нас для проведения экспериментов. Вы, земляне, глупцы. Слишком молодые. Почему он такой болтливый? Я ни черта не понял. Я больше ничего не могу придумать.
в порядке? Пожалуйста, не делайте мне больно. Пожалуйста, не делайте мне больно. Отпустите меня. Если вы причините мне боль, вы причините боль телу этой женщины. Это момент, когда мы стали командой. Спасибо. Спасибо всем. Черт. Три месяца спустя. Режиссер, это мой драгоценный дубликат. Только посмей сказать, что это не здорово. Я тебя ненавижу, противный. Держи.
Давай, иди. Знаешь, когда я переписывала наш сюжет, я подумала, что мы слишком легко победили призраком. И одержимой ящерицы нигде нет. Я всегда думал, что нам таинственным образом помогает магическая сила.